Добрый день. Сегодня 2 июля, 12:15. Вот что натворила стихия 27 июня. Я по горячим следам снимал здесь последствия, но это дерево как-то упустил. Посередине сломало здоровое сухое дерево. Находится оно во дворе 38-го дома по Водзаходскому проспекту. Я говорю, сегодня уже 2 июля, но коммунальщики пока еще не чешутся, не убирают. А вот и черный дрозд бегает, заинтересовался. Да, дерево в таком состоянии, что могут рухнуть в любой момент. А вот любопытный дрозд. Подходит прямо ко мне. Подбегает. Глазастый такой. Как будет дальше с этим деревом. И вот, конечно, давным-давно пора убирать. Только что вчера я снимал дерево, которое угрожало окружающим, и говорил, что коммунальщики никак не могут его убрать 27 июня. А сегодня уже это дерево спилили. Но пока еще обрубки не увезли. Вот сейчас я покажу. Какое было дерево внутри. Да, вот оно. Внутри было практически пустое.
Как будто коммунальщики меня вчера услышали и сегодня быстренько приехали и сделали всю работу. Ну, осталось, как я говорю, только что увезти все, что спилено и все, что попилено. Ну все, пока на этом все. До свидания, до новых встреч.